Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Высокие футболисты. Плюсы и минусы». Написана статья во вторник, 23 апреля 2019 года. Итак, начинаем. Лука Сулава, подписчик моего канала, попросил рассказать о плюсах и минусах высоких футболистов. Выполняю его просьбу. Начнем с низких футболистов. Я уже неоднократно говорил о главном козырном тузе низкорослых футболистов. Но прежде, вначале давайте сделаем обращение к высоким и низким футболистам более лаконичным. Я никому не навязываю свою терминологию, но с целью экономии времени, звуков и буквок предлагаю перетерпеть мой каприз, обусловленный ленью, и условно назвать низкорослых футболистов «лоуры» от английского «low» – «низкий», а высоких футболистов «толлеры» от английского «tall» – «высокий». Итак, козырный туз лоуров – это рывок, без которого трудно говорить о полноценности футболиста. Если у футболиста вообще нет рывка, то ему лучше не заниматься мазохизмом, заставляя себя тренироваться и на выходе ничего не иметь, а просто сменить род деятельности. В тысячный раз повторю, что без рывка нет обводки, нет освобождение от опеки, нет предложения себя в свободной зоне, нет добивания, нет флангового прорыва, нет опережения соперника для удара и для перехвата мяча. Нет рывка, нет полноценности в игре футболиста. Еще в советские времена донную снасть для ловли рыбы оснащали сталькой. То есть вместо лески на катушку наматывали стальку. У стальки было множество недостатков. На петле обламывалась, не тянулась, что приводило к сходам рыбы. Множество раз при забросе снасти резала пальцы до кости рыболовам и так далее. Но у стальки было одно единственное преимущество, которое перекрывало все ее недостатки. Ее не сносило течением реки. Вот почему, несмотря на ее недостатки, она была очень популярной. У нее была минимальная парусность. Это я к тому, что несмотря на небольшой рост и все, что с этим связано, лоур, то есть низкорослый игрок, имеет рывок, который с головой перекрывает все недостатки. У толлеров картинка совсем другая. Они не могут соперничать с лоурами в плане хорошего рывка. У некоторых толлеров рывок отличный, но исключение только лишь подтверждает правило. Но у них есть рост и длинные ноги, которые предопределяют некоторые их преимущества. Понятно, что игра на втором этаже у толлеров лучше. Здесь гадалки ходить не нужно. Также толлеры имеют все антропометрические данные для сумасшедшего по силе удара, что очень часто не используется ими. Увы. Ведь у них длинные ноги, а чем длиннее нога, тем сильнее можно произвести удар. Чем еще могут похвастать толлеры? А ведь есть чем. Это большие возможности для перехвата мяча из-за длинных конечностей. Также толлеры имеют идеальную антропометрию для исполнения дальних вбросов мяча из-за боковой линии. У них длинные руки и торс больших размеров в длину. Это все способствует большой амплитуде отклонения корпуса при вбрасывании мяча. Странно, что высокие игроки не работают над этим или почти не работают. Если лоуры могут обеспечить себе абонемент в основе за счет техники и рывка, то толлеру достаточно поставить себе пушечный удар и дальний вброс. С ударом в 170 км в час и вбросом на 25-27 метров его возьмет практически любая команда. Последним предложением я даю косвенный ответ тем, кто мне задает постоянно одни и те же вопросы по поводу незнания, как себя презентовать при просмотрах, имея высокий рост. Да, толлеру сам Бог велел шлифовать игру головой, но при просмотрах вероятность презентации такого умения невелика, а вот способность сильно и точно ударить, а также далеко вбросить мяч из-за боковой линии при просмотре значительно выше. Не буду больше разбавлять водой озвученную информацию. Ее достаточно, чтобы понять, над чем работать лоуру и толлеру. Всем удачи, пока! Если ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного.